Не хочу беспокоить, амиго, но думаю, тебе будет интересно узнать, что с острова вывозят бавариевую бомбу. А это совсем уже лишнее. Когда в твоем плотном расписании найдется время, надо поговорить. Бойцам направиться по координатам. Повторяю, всем бойцам направиться по координатам. Это центр. Отправляю к вам дополнительный отряд. Thank you.
Действуй.
Вниманию наших сограждан! Прекрасная и величественная Кава Гименес Норд была снесена, чтобы высвободить материалы и рабочие руки на благо нашей великой страны. Вы спросите, будет ли конец этому аккуратному и абсолютно управляемому сносу зданий? Кто знает? Рива Медичи. Thank you.
Поехали.
Это по этим координатам. Подходят наши танки. Говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Даю разрешение на использование элитных частей. Ожидайте прибытия. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт.
Кто хочет умереть?
Шелдон! Что ж, хорошо, что заглянул, сынок. Значит, ты решил присоединиться к борьбе за Медичи? Слушай, я хочу кое-что прояснить, прежде чем мы перейдем к делу. Я прогнивший и коварный негодяй. Это правда. Многих диктаторов, считавших меня лучшим другом, я обводил вокруг пальца. Но лишь трем людям я доверяю, Рико. Себе, что понятно. Дяде Сэму. И тебе. Слушай, малыш, не обещаю говорить тебе одну правду, но я никогда тебя не предам. Знаю, это был Зина. Я так и знал. С самого начала знал, что этот никчемный коротышка задумал какую-то пакость. Знаешь, Шелдон, когда-нибудь я спрошу тебя, как так вышло, что мы встретились на корабле в ночь, когда погибли мои родители. И я уверен, что ответ мне не понравится. Дайма! А ты что здесь делаешь? Роза сказала, что я вам нужна. А она сказала, куда идти. Ну откуда? Шелдон? Да, Рико. Ты уже втираешься в доверие к новому лидеру Медичи. Сам знаешь, старую собаку новым трюкам не выучить. К тому же Роза Мануэла — поборник свободы. А свобода — мое второе имя. А теперь, может, остановим эту бомбу и спасем мир? Давай, малыш, шевелись! Мой источник говорит, что бомбу грузят на самолет, направляющийся в более тихую гавань. Надо попасть на борт. Вот и наша птичка, Рико. Заезжай внутрь. Бомба в грузовике на борту. Разберемся с ней, когда поднимемся в воздух. Приземлился, Рико! Штурвал у меня! Поднимаюсь наверх! Как ты предсказуем, Родригес? Теперь ты предательница Дайма и этот ублюдок.
его не избежать. Какой план? Я возвращаюсь. Давай кабину дай. Я сброшу ее в море. Я внутри. Шелдон, открой люк. Есть, амиго. Только давай без глупостей. Да, черт. На кого я обманываю? Сделал отличную бомбу. Тут не поспоришь. Отлично сработано. До скорого, Рико. И спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. Нет, нет, нет! План был безупречен! Вы лучшая частная военная компания в мире! Как вы могли не справиться с глупым ребенком в костюме белки и с веревкой? Я преподнес вам Родригеса на блюдечке. А теперь он думает, что я бегу из Медичи, поджав хвост. Нет! Синее пламя Бавария опалит землю, и я не потеряю Медичи и драгоценные шахты из-за вашей глупости! Посмотрите, до чего вы меня довели! Уберите это. Конечно. Повстанцы атакуют, когда им вздумается, а потом прячутся за стеной. Атакуйте их, и пусть они знают, что вы наступаете. Отправьте лучшие части, вытащите этого дурня Зина из их тюрьмы. Я хочу знать все, что известно ему. И я не могу допустить, чтобы Родригес что-то вытянул из этого жалкого труса. А если увидите самозванку Розу Мануэлу, пустите в нее пулю. Не подведите меня. Это все, на что вы способны? Рико, мы с повстанцами везем кое-какие краденые припасы с севера. Встретимся у стены. Есть новости. Похоже, Деравелла собирается атаковать. Нам понадобится твоя помощь, амико.
вас с фальшивыми обещаниями свободы. Осуждайте их вон! Хватит молчать. Готов. Сообщение о нападении в области. Всем бойцам собраться на точке. Всем постам. Восстановить контакт с целью. Возвращайтесь по местам. Цели удалось уйти. День 115. Я выбрал для себя место на Южных островах. Меня назначили командующим силами безопасности местных городков.
Моих людей ждут изнурительные тренировки. Наконечник копья должен быть бритвенно острым. Мы расположились близ города Коста-дель-Порто. Очаг веками пестуемой слабости, защищенный скалами и морем. Однажды я сожгу этот город, и жители возрадуются. Центр. Ваш запрос получен. Подкрепление уже в пути. Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Начинаем поисковую операцию. Найти цель как можно скорее. Контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Всем постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Всем постам. Восстановить контакт с целью. Контакт потерян. Всем постам. Рассредоточиться и начать поиск. Дополнительный отряд пехоты.
засранец! Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. Постам. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Это центр. Мы его поймали. Что происходит? Доложите. Люди здесь теперь могут вздохнуть свободнее. Наши бойцы освободили город Вистафонте. Каждый свободный город... в крышку гроба бандитов из МДР. Борьба за свободу продолжается. Машина для революции. Не сомневаюсь, что она тебе пригодится, Рико. Повиси пока тут. Yeah.
Рико. У нас все готово. Ждем твоих указаний. Баги нужно передать нашим разведчикам. Сможешь этим заняться?
отличное место для парковки. Но заставляет задуматься, да? Сколько повстанцев еще погибло? Мы каждому из них при встрече должны говорить «Грация!» Всем. Получено сообщение о нападении. Ожидайте прибытия кораблей поддержки.